И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved Tales на Lost Island. И сегодня, я надеюсь, у нас получится притомить, если я не ошибаюсь, последнего Диноса с этой карты. Амаргазавр. Если я правильно вспомнил, ну-ка, пойдем сегодня томить именно его. Но! Маргозавр, да, Маргозавр. Но мы пойдем томить не как это принято. То есть ты идешь, кормишь его и вместе с ним бегаешь, убиваешь мобов и молишься на то, чтобы он не сдох. Будем томить через ловушку. Сразу же, когда вводил в поисковике, как его томить, и там вообще чувак, который это делал, это, как я понял, англоязычный, чувак, который сделал ролики, просто красава. Во-первых, он и рисует, он работает с эффектами, какую-то кинематографию делал в своих роликах. Красава вообще просто. Если я не забуду, я в описании сделаю ссылку на него, на этот ролик, по ловушке. Ну, это, может, если не забуду, то на экране вы видите уже картинку своего видоса. В общем, мне очень понравилась эта идея, что без морочек, без ничего вот этого, она есть еще даже на Вики, есть у чуваков. Ой, сайт, который... задолбал, он просто стоит здесь, уже бесит меня сколько времени. Вот, стоит, ну то есть ссылка на него прям на сайте Вики есть, то есть как томить, то есть он там в списке, ссылка на видос. Прикольно, прикольно, конечно. И он не только, он гигу тоже ловил, если не ошибаюсь, с помощью ловушки. Вроде бы... еще кого-то вместе с Гигой он ловил. Ну, в общем, там, короче, человек, конечно, заморочен не только в плане того, какую ловушку придумать, но и того, как сделать видос. То есть, прям вообще красава, мое уважение, прям, блин, это однозначно. Так. Я надеялся, что будет 600, было бы красиво, здоровье, 10-600, и это 10-600, но не судьба. Так, в общем, вот этого, по идее, должно хватить. Вот это мы берем вот так вот, но, как вариант, она мне не пригодится. Так, берем один супешник и летим... туда. Именно для этого нужна сова. Да, можно там как-то заморочиться и так далее, и по-другому сделать, скармливать трупами и так далее, но так легче. Также я не понял, но вроде бы, когда томишь амаргазавра, я его вечно амаргазавром пытаюсь назвать, вот, то есть, там у него есть тип динсов, которых он жрет лучше. Ну, типа, ему нравится больше. Хитиновый шлем, ну, давай возьмем, допустим. Хе-хей! Лоу текстурки, клёво! Ничего, прогрузится скоро. Успели как раз прогрузиться под конец. Вот, то есть, там есть... ох... лоу текстурки, это, конечно, клево. Так, 15 и 150. Допустим. Так, сейчас зайдем на Вики и посмотрим. Там вроде бы есть каких дин, то есть от того, каких дина валишь, так сказать, в этом есть смысл. И, кстати, я забыл всякие хавки взять и так далее. Ну, чтобы он не агрился на меня. Так. В целом убивать неважно кого. Единственное, что почему, допустим, этот кабанчик предпочтительнее, он же сам себя хиляет. Как бы это логично.
Вот. А так в целом разницы никакой нету. Ну, то есть, ты как бы ему наносишь урон, сам себя хиляет, и, в общем, меньше времени на это тратишь. Ну и он очень маленького размерчика. Но это все фигня. Для начала нам нужно найти место. Место под застройку. Место под застройку. Кабанчика, если что, можно, ты сюда будет и притащить. Логично. А вот место под застройку нужно хорошее найти. Ну и плюс нужно его освободить. От всякого разного рода живки. Типа вот такого моногарма. Вовремя зарядился. Но, слоняра, сорян, ты как бы тоже туда же идешь. Зачищаем. Так, дальше. Нужно построить площадку. Да, я как бы строю это далеко, но это чтобы он на меня не согрелся. Это стоит учитывать. Начало фундаменты. В видосе там 4. Я сделал побольше, разницы никакой нет. Это говно у меня, как говорится, полно. Почему бы и не воспользоваться? Дальше. Там было сделано так. Делаю все ровно точно так же, как по видосу. Так что в этом плане, если вы знаете этот видос, как бы ничего нового вы здесь не увидите. Единственное, что вы нового увидите, это то, как я его буду томить. Потому что чувствую, что-то обязательно пойдет не так. Потому что что? Правильно, потому что я ничего никогда не вырезаю из лишнего, такого прям совсем лишнего. Так, здесь, опача, здесь, так, почти угадал. Бляха, муха, благо они у меня с запасом есть, а? Пистолет у меня на той кнопке постоянно лежит, который для сбора, в итоге я кибл желтый сожрал. А я могу. Да ёп! Стена. Ну, я же говорю, что это может пойти не так. Почему стена? Потому что он должен в нее упереться. Ну, опять-таки же, это если сюда загонять пешком. Я хочу же, по идее, Диносом сюда его притащить. И, соответственно, все сделать в этом плане полегче. Теоретически. Как будет на практике, это уже отдельная история. Ой, ёпта, вы же за ногу. У меня же с той стороны будет бежать. И да, и это начинается вот отсюда. Он должен, получается, туда забежать. То есть я это изначально неправильно поставил, так что, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Ну и здесь остается вот отсюда вывести. Вот так. То есть, ну опять-таки же, это для того, чтобы вот этот сюда забежал и свалился. Это окошечко для того, чтобы дамажить. А вот сюда должен аморгозавр. Ух ты! С первого раза. Точнее, первый раз с первого раза. Правильно назвал. Так, урончик. Ну давай урончик все-таки подкачаем. Пешка. Так, теперь. Моргозавр это хорошо, но мне нужен Динос, который будет жиробасненький. Жиробасненький Динос это тот, который у меня, ну, довольно-таки долго будет жить. Для этого давай поищем дядну-ка. Он у меня есть вообще поблизости или нет? Так, для начала вот это мы засунем вот сюда. Угу, чтобы потом не искать. Долго. Когда играешь с модами, все намного легче. Хоп, и нашел, где у нас диадонг. А по лайву самый жесткий, это вот этот. Вот тебя и будем тащить сюда. Так, ты у нас где? Сова же не хватает, так? Сова не хватает. Значится, мне нужно... Так, ну тебя мы оставляем здесь. Хотя не, погоди. Лучше сделаем вот так. Раз есть такая возможность, то ты летишь. А, подожди, у меня же Аргентависа-то в списке нету. За Аргентависом.
Летим до Диадонка. По-быстренькому. Здесь ледяные виверны, конечно, по идее тусуют. Если я правильно помню. Но мне на это пофигу, я все равно сравнительно быстро летаю. Так что, ой-ой-ой. Это не должно быть какой-то проблемой. Проблема может только если у меня будет подлагивать. Так, волк, не ты. Мне нужен... Да ёб вашу ж мать! Тоже мне спасатель Малибу. Так, я надеюсь, что вообще я свинку-то могу подобрать? Где это должен подобрать? О, я нужного подобрал. Обалдёшечник. Так, ну... Да, работает. Если поднимаешься вверх, то он это не бьет. Поэтому спускаемся вот так вниз. Спускаемся, поднимаемся вверх. И он только ударяет один раз. Но это слишком долго. Так. Но можно сделать вот так. И залезть сюда. Где мой магма... Не, мне нужен левел. Ты же, да, был мой нужный? Ну, 150 всего лишь один тусует. Где он, где он? Хм. Подожди, они что, сдохли, что ли? Это проблема, может быть. Вообще, получается... Ой! Прости! Братан, я не хотел! Это была не та кнопка. То есть, вот так вот ты загоняешь, и он, типа, бежит на тебя. Ну, только, соответственно, с голой жопой. Бежишь, и оп, вот он застрял. Все отлично. Сидит, и в ус не дует. Ты там это, того, охиляйся. Оу, а хотя нет, тысяча... Я настолько далеко решил построиться. Это труп, отлично. В смысле? Да нет. Он, походу, дела реально сдох, потому что он здесь был. Он буквально же здесь был. Рядом был. Я настолько далеко решил построиться. Ты что, дебил? Это я настолько летел, выбирал ровную площадку, что ли? Ладно, в любом случае, давай сейчас к нему подлетим. Да нет, нет, нет. Он точно был не в лесу. Да, тот, походу, дело сдох, потому что я бы эту расщелину точно бы видел и так далее. И мне кажется, там был далеко не 150, не один 151 левела. Ну да, я думаю, тот просто-напросто сдох. Вот примерно так же. Нет? Ну, собственно, да. В этом-то и вся загвоздка. То есть они здоровые, жирные и... Ну, сами понимаете, напасть на них прям изи-бризи, учитывая, где они находятся. Это, пожалуй, основная проблема будет. То есть основная проблема не притомить, а найти нужного. Так, давай летим, короче, к ловушке своей. И смотрим, какой там будет ближайший. Мне левел-то вообще не важен, если уж на то пошло. Мне важно расстояние. Да уж, не, конечно, 15 левел томить не буду, это понятное дело. Но это, конечно, бредятина редкостная. Когда вот такая вот охрень происходит. Вот на ловушке. Здесь должен диадон тусить. Никуда не вылазить. Красава. Так. Не левел, а дистанция. Самый ближайший. Отлично. 140-й даже. Еще круче. Ну, в смысле, левел-то у него хороший. Сейчас остается только что правильно сделать так, чтобы он выжил. Вот скажите мне, пожалуйста, почему, когда ты находишь кого-то, вокруг него будет обязательно куча всякого дерьма. Когда
тебе нафиг они не нужны, вокруг него никого не будет, они просто будут тусить своей вот этой тусней и типа нормас будет. Вот просто сейчас куча всякого говна вокруг них. Так, ладно, там двое, да? Они вроде как справляются. Вот это все надо вмочить, без вариантов. Вот этих в первую очередь нужно мочить. И да, написали в комментариях, что я во-первых, заметил, да, еще тогда. Я просто не понял, то есть, насколько он броню скидывает. Написали, что он сбрасывает броню до дефолтного состояния. То есть, вот у тебя было, допустим, 32, он 32 станет, да. Броня там, допустим, была у тебя, то есть, дефолтная 25. Она 25 будет, там, не важно, у тебя 110 там у тебя брони, либо 150 там, не важно. То есть, он тебя сбросит на дефолт. Так, чтобы он не агрился, кстати, давай вот это вот лутанем. Здесь должно быть этот. Угу. Ну и что? Не то. Попробуем делать так. Чтобы они не агрились, нужен обязательно фри карри. Фрикари и либо веганский этот веганский суп. Урон домой. Вот, собственно, видите, на него он агрится, на меня он не агрится. Почему? Ну, потому что я свой братюня, мы как бы типа это законнектились. Все нормально, карно. В тебе ничего нету. Теперь другая проблема. О, окей. Теперь проблема его привести. Второй нам не нужен. Ой, промахнулся. Но я думаю, сейчас мы с ним законнектимся, и я его начну вести уже. Самое что смешное, в видосах, на вики пишут, типа, вообще, ну, если по-нормальному с ним тусить, то нужно, типа, это... Так, погоди-ка. Погоди-ка, как мне с тобой законнектиться так, чтобы я знал, где база? Так, нажимаем вот так, ищем диадонга. Да какой генодонг? Диадон. Ищем по лайву. Search. Вот это моя ловушка. Отлично. Так, включаем яркость. То есть пишут везде, что нужно. Отлично. Погнали, братан. Сейчас будем с тобой тусить. Не по-детски. Ready to eat? Не, все нормально. Так, как нам теперь туда пробраться? К ловушке. Что-то я не продумал-то путь. Но нам нужно туда. И все-таки, что я с той стороны делал, это было... С этой стороны, точнее, делал. Это было правильно. Чувак, не застревай в деревьях. Братан, пошли охотиться. Как тебе охота? Не очень, да? Ну, я понимаю, тебе нужно дамажить, ты же хочешь дамажить. Так, ты бежишь ровно за мной? Нет, не ровно за мной. Погнали. Сейчас немножечко обойдем. Самое главное, то есть я вот фуллсет надел, во-первых, травяной шмотки, а во-вторых, фрикарь. Короче, на всякий случай заюзал и то. Для чего? Да чтобы было. Братан, ты залезешь? Ну, по идее, залез. По идее, ты залез. Теперь... Снежная сова. Так, погоди-ка. Нужно залезть вот сюда и вот это вот отслеживать.
Или ты неправильно застрял, что ты не достаешь. Не, возможно, они эту фигню и пофиксили. Кто ж, как говорится, знает. Но смотри, приручалка вообще не прет. Угу. Отлично. То, что я его заморозил, это плохо, да, получилось? И он еще диадонга не бабахает. Ему, по идее, бы диадонга бабахать. О, пошло приручение. Просто нужно дальнобойным мочить. Все, я понял. Дальнобойным это хорошо, что у меня хотя бы этот. 5,9. А дальше что-то не тикает. Ну-ка, я тебя могу покормить, к примеру. Охотьтесь, и продолжится приручение. Отлично. Ну, охотимся. Давай, пролази сюда. Ага, вот. Сверху появилось. Кормим. Геноцид. Отлично. Вот, это... Так, ты тогда отходишь дальше. Отлично. Вот, у него всякие партикулы, видишь, появляются. То есть я вот ударяю. Ну-ка, ударяю вот. Видишь, у него на голове типа красненькие появились. То есть это типа... Окей, нормаз. Я доволен. Оп. Главное смотреть сверху на надпись. Да, у меня приручение идет быстро, потому что у меня рейты на приручение. Это понятное дело. На локалке будет все совершенно по-другому. Так, а если вбить с кулака, допустим? Отлично. По ходу дела это зависит от урона, который мы наносим. То есть скорость приручения зависит от урона. Допустим, вот смотрим. Кстати, эффективность. Эффективность здесь всегда 100%. Отлично. Ну, то есть, если при ловушке. Допустим, вот так вот. Ну да, вот мы накидываем по проценту за каждый удар. Главное дать хрюшке не уснуть. Вот про это-то я забыл. Но так мы ее можем похилять полностью. Так, мне нужно приготовить... У меня есть антиторпор. Ремонт торпор. А эти ресурсы все находятся только там. Отлично. Только дома, в смысле. Ладно. Я надеюсь, получится сгонять через телепорт. Я очень рассчитывал, что они сейчас не... Вы слишком далеко, вернитесь, приручить... Понятно. Я слишком далеко ушел, и у меня начало сбрасываться по ходу дела приручения. Вот из-за этого может... И пойти что-то не так. Ну-ка, давай заодно сейчас проверим все. Last Remove Location. Я просто не думал, что будет он это... Вот так вот и все. Ну, то есть, как бы, вообще, я первый раз приручаю его. Ой, братан, ты вылез! Ну зачем ты вылез? Зачем ты вылез? Ну, вы знаете, как это работает. То есть, текстура прогружается, и он, соответственно, вылазит долго. Ну, точнее, может вылезти в легкую. Там вот так вот, и все хорошо. Ну, по сути, можно обойтись и без совушки, по идее. Если мы его вот так вот будем оглушать и лечить, можно обойтись и без совушки, если уж на то пошло. Так. Проснулся. Повернулся. Так, погоди-ка.
Погоди-ка, он на меня теперь с агреной, да? Я его вообще никак не это. То есть мне сейчас... А, кстати, он же у меня и перестал отмечаться как томление. Понятненько. То есть, во-первых, мне еще надо будет загонять по ходу дела на базу, чтобы киблы взять. Хотя нет, киблов, по идее, должно хватить. Да, он у меня здесь не отслеживается. Так. Давай попробуем отойти подальше. Отлично. Про канала. Дальше. Угу. Нажимаем вот сюда, сюда. Отслеживание. 100%. Отлично. Погнали. Все по новой. Так. Вон, видите, как проценты сверху вот натикивают? 24%, отлично. Ага, 24%, а что дальше не тикало? А почему дальше не тикает? Охотитесь вместе, но... Ага, вот, отлично. То есть тоже, как бы, когда вот такие вот риты, это проблема, быстро натикивает и не успевает этот... Вот, 35, 36, вот они пошли по процентам. Слишком сильно тоже бабахивают. Не надо... Ай, да что ты дерешься-то сразу, а? Вот. Отлично. Не, можно с кулака мочить. То есть, типа, и по 0-1 натикивать. То есть, в целом, здесь чем... Не та кнопка. Ну, заодно и попить, похавать можно. Отлично. Самое что смешное, пока вот так делаешь, его реально можно это... Свинку так притомить в итоге. Отлично. Еще один корм. Девяносто, 91, 92. Дальше не тикает. Давай набивать морду так. То есть там раз в какое-то определенное время можно. Да что ж ты такой-то, а? Ну вот, вот. Все отлично. Погнали дальше. Отлично. Приручение. Фух. Ну вы поняли. Ой. Вот так вот. Заметочки пошли. Ну, пока заметочка. Так, стой там. Пока заметочка. Мы уж это... Все-таки... Не вот так вот поматросил и бросил. А, давай уже приручим, раз оглушение так хорошо накидывается. Слушай, какая тебе там... А, тебе отличный корм надо. И на последнем кибле? Я на последнем кибле его притомил. Вот это был бы сейчас прикол. Так, ладно. Я сгоняю за баранинкой. Сколько баранинок тебе требуется? Нифига ты оборзевший. Может, киблу лучше сделать? Так. Во. Хотел сделать... Корм. Ну, что с кормом пошло не так? И лимона нету, и вяленого мяса нету. Ну, в общем, так я и сказал. Ну, баранин, так баранина. Что-то типа того. В любом случае, это лучше, чем ничего. Ну, хотя, слушай, 100%. Уже сколько нахавало, 100%.
Нормас? То есть левел все равно не упадет? Круто. Так. Ну и конечно же, хоть я играю не на сервере, а вы, когда играете на сервере, не забывайте убирать свои конченые ловушки. Почему конченые? Потому что те, кто их забывает убрать, те сами конченые. Это называется культура, мать вашу, общения. Так, убираемся. Я, конечно, все это могу оставлять, но зачем? А, да. Я же здесь урон нанес. Поэтому что, правильно, ломаем все чертям собачьим. А ты, кабанчик, хавай и расти большим. Хопана! Я просто видел, что мамон с кем-то дерется. А я на страже своего диадонга. Единственная проблема, я стрелять не умею. Но! У нас есть диадонг. Ну и смотрим. А для того, чтобы создать седло на амаргозавра, нам нужны шипы. Именно его. Соответственно, что? Нужно где-то их добыть. Убивая динозов, так скажем, убивая амаргов, мы ни разу не видели шипы. Честно, я бы не догадался, где их добывать. Вот прям вот настолько все тупо. Так, у тебя, по идее, выносливость. Настолько все, или еда у тебя, не помню. То есть я бы, честно, не догадался. Сам. Но есть видосы. Так, давай, братва, расходимся. Есть видосы, в которых, собственно, все это дело и рассказывается. Да что ты там все летаешь где-то? Прям блуждаешь так. Вот так вот там. Залазимся наверх. А, хотя не обязательно. И извлекаем шип. То есть мы извлекаем шип, ему как бы хоть бахны, он ими раскидывается. Кстати, да, вот они исчезают, потому что это количество, так сказать, патронов. И потом они у него точно так же появятся. Ну, собственно, пока седло делаем, я думаю, оно уже, они уже у него появятся. То есть, как я обычно люблю делать, сначала создать седло, а потом там единица, здесь не получится. У них есть срок годности. Невероятно острый... А, если поместить его в кран древесного сока, чтобы увеличить скорость объема добычи. То есть, если его ложишь в кран по добыче древесного сока, то у тебя быстрее сок добывается. Да, тоже на Вики это читал, прикольно. Прикольная фигня. Создаем седло. И у нас амарга теперь на седле. Точнее, будет с седлом. Седло, конечно, у него прикольное, необычное. Ой, не то. А чё, я лишний, что ли, лутанул? Ну, возможно. А, наверное, я там лутанул, и они у меня счетчик сбился, типа, и я еще 6 налутал. Ну, возможно. А может, там надо было 5, черт его знает. Седло, конечно, у него прикольное. Типа, во-первых, оно на 2, как я понял. Вот, и... Хотя, может, и на одного, черт его знает. Если фон на двоих, то, по идее... По идее, здесь должно, типа, сесть на седло этого. Но нет, он на одного, просто он именно вот так сделан. То есть, ты сидишь не сверху, а сидишь сбоку. Это, конечно, прикольно. Конечно, прикольно, для чего здесь эти шипы сделаны, типа... Просто для декорации, ну, либо для того, чтобы оно, ну, то есть вот это вот седло лучше держалось. Ну, то есть, по сути, шипы можно было здесь и не тратить, точнее, не использовать. И, кстати, вот про что я говорил, видите, все шипы уже на месте. Даже кого-то замочил случайно. Вообще, я случайно нажал.
Альтернативный удар, это мы переключаем режимы, броня. И вот он цвет меняет, то есть вот он зелененький. А, нет, ну шипы в смысле были. Сейчас вот красные, сейчас будут синие и должны быть розовые. Зелененькие это у него этот хребет, мух ребят меняется, нет. А, нет, они просто коричневые. А хотя нет, такие вот розоватенькие. То есть по ним тоже можно определить, какой у тебя сейчас будет урон. Как далеко мы можем кинуть? Ну, примерно вот так. То есть на правую кнопку мыши и на левую, то есть на правую кнопку мыши нацеливаемся и на левую кидаем. Свое на себя не действует. Это хорошо. Что свое на себя не действует. Это очень хорошо. Кстати, броньки. Наденем броньку. Так. Ну, огонь это понятное дело. Это просто удар. А, не. То есть так хвостом бьет. А, и он и мордой собирает. Отлично. То есть он, получается, и мордой собирает. Когда идешь... А, не, когда бежишь, он просто кусает. Типа... Туман, конечно, ты прям очень вовремя. Сзади хвостом, ну то есть, ну обычный урон, это собирает листву. Ну, в смысле, ягоды. Собирает, я бы сказал, не сильно. Уж нормально. Анкилка собирает примерно то же самое. Если уж на то пошло. Там пигмас так сусует. Угу. Он не докидывает. И врываемся. Бэм! Так. Вот, кстати, интересно. Как раз сейчас на тебе и проверим, Дерекурусик. Ты прям вовремя подошел, можно так сказать. Теперь... Переключаем режим на огонь. Так, это броня. На огонь, говорю. Да. Когда он мотает башкой, на переключение режима это тоже урон наносит. И жмахаем туда. Это тебя спасает все равно. Отлично. А если вот так вот тебе кинуть броню? А, ну у него от количества воспламенения по процентным он, собственно, начинает получать урон. Как часто можем кидать? Ну, довольно-таки часто. У тебя только снижение брони сработало. Прикольно. А теперь сработал огонь. В целом, конечно, можно из него устраивать заградительный огонь. О, ты даже такой атакой собираешь траву. Ха, прикольно, то есть... это как бы вокруг себя он тоже дамажит. Нет, не вокруг себя, только спереди. Отлично. В целом можно устраивать заградительный огонь, типа... Вот, и пошел. То есть, когда на тебя в PvP рейдер, да, то есть ты сверху делаешь энное поле, чтобы к тебе не смогли подойти. Также можно накинуть огня, можно накинуть брони, ну, снижение брони в смысле... И, соответственно, уже тапать будет намного сложнее. То есть, ты накидываешь снижение брони, как бы, и у Диноса, который тапает твои турели, снижается броня до минимума. То есть, как бы, для деф, по идее, штука хорошая. Поправьте меня, если я не прав, но для деф эта штука хорошая, прям, дай боже как. Место занимает дофига, но стоишь, если где-нибудь на скале, есть такая возможность кинуть, ну, как на скале, то есть такая возможность кинуть шипы, то есть он никуда не упрется, не ударится. Кстати, вот это бы проверить.
Допустим, где я могу проверить? Но здесь и так высоко. То есть мне нужно найти низкое помещение. И... А, что помещение? Сейчас вот здесь проверим. Вот, допустим. Могу ли я кинуть туда шипы? Так, нет, так это не проканает. Надо зайти прям, чтобы у него голова полностью была скрыта каким-то помещением, пещерой и так далее. О, к примеру, под мостом, да, тусую? Смотрим. Да, он упирается. То есть, если в твоя траектория, конечно, прикольно, теперь он под мостом, типа это, но если в траектории шипа что-то мешает, видите, да, какая высота, то, соответственно, шип туда не сработает. Это логично. Это логично, что он не пролетает сквозь. Вот, но это, конечно, обломно. А что поделаешь? Как бы, потому что логику нарушать нельзя. Ну-ка, давай посмотрим. В целом, да, собирает как конкилка, можно так сказать. То есть в этом плане немного собирает. Это, конечно, не Брантач. Это Брантач своим этим маханет, как говорится, своим хвостиком и пол сервера собирает. Нет, не Брантач. Так что в этом плане анкилка. Анкилка все еще топ. Да, много собирает, но анкилка все еще топ. Потому что дофига. Нифига, быстро бегает, добирает, добывает ресурсы, не только траву, как говорится, и так далее. То есть, в плане сборщик все еще анкилка для меня самый топовый такой. Ягодку собирает прикольно. Учитывая, что я им всегда качаю скорость, немного веса, возможно, иногда, но в основном скорость качаю. Да, как бы на серверах нужно качать вес, потому что там вес, там же не стоят моды. Где стоят моды, можно сделать так, но как бы вы поняли, про что я имею в виду. Вот такие вот приколюхи. Ну я что? А я уже на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.